heaven on earth. Мы верим, что Бог устраивает наше освобождение, даже когда мы не видим этого. Даже если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Я не позволю мирскому страху покорить меня, потому что Твоя любовь, Иисус, уже покорила меня. Я приветствую сотни тысяч зрителей ТБН, One Gospel, Praise TV, наших зрителей в Пакистане и Индии. Мы каждую неделю получаем от вас тысячи писем. Для нас честь нести вам Слово Божие. Я также приветствую наших зрителей на YouTube и CRC Online, а также наших слушателей на радиостанциях и в исправительных учреждениях. Мы верим, что в следующем году мы проведем масштабный крусейд в России и Индии. Продолжайте молиться за это, лучшее еще впереди. Я также приветствую наших зрителей в Израиле, США, Европе, Пакистане, Китае и Африке, а также всех тех, кто пришел сегодня в церковь. Поздравляю вас с Днем Отца! Давайте поаплодируем всем мужчинам и поприветствуем их во имя Иисуса Христа. Давайте, все началось с мужчины. Потом к нему добавилась женщина, и мы все оказались там, где находимся сейчас. Мы благодарим Бога за отцов. Аминь. Как никогда наш мир нуждается в мужчинах. Я буду говорить об этом сегодня. Продолжу двигаться в том направлении, которое дал мне Бог. Но раз уж вы стоите, то давайте исповедаем кое-что. Не садитесь. Сегодня с нами Блумфонтейн, Дурбан. Спасибо за вашу поддержку в это непростое время. Мы будем поклоняться Богу. Если политики отказываются преклоняться перед тем, что происходит сейчас в мире, то тем более мы, христиане, будем открыто поклоняться Богу. Поднимите свою руку и скажите: «Оставшаяся часть моей жизни будет ее лучшей частью». Скажите «Аминь» на это. А еще скажите: «Мое будущее будет лучше моего прошлого». 2021 год будет годом великого восстановления во имя Иисуса. Не присаживайтесь пока что, а вы видите на экран 22-й псалом. На счет 3 мы все начнем читать его. Как никогда нам нужен добрый подвиг веры. Мы должны исповедовать Слово Божие в своей жизни. Аминь. Мы не исповедуем COVID, а Слово Божие. Не дайте маске украсть у вас исповедание. Итак, раз, два, три. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла. Скажите это еще раз. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла. А почему? Да потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох. Они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Еще раз, чаша моя преисполнена. Еще раз, чаша моя преисполнена. Во имя Иисуса. Так. Что? Вы должны сказать это, прежде чем поверите. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Относится ли это к 2021 году? Да. «Я пребуду в Доме Господнем многие дни». Если вы рады тому, что находитесь сегодня в Доме Господнем, то прославьте Его. И зрители тоже. Аминь. Мы чудесно проведем сегодня время. Присаживайтесь одесную, и давайте обратимся сегодня к Слову Божьему. Это послание для всех. Мы живем в трудное время. Трудные времена требуют веры. Вера не отдыхает. Мы ходим верой, а не видением. Мы подвязаемся добрым подвигом веры. То, что рождено от Бога, побеждает мир. И эта победа — наша вера. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Сегодня я хочу поговорить с вами о вере, которую невозможно отрицать.
Я знаю, с чем вы сталкиваетесь, сидя перед телевизором. Эта пандемия затронула всех нас. Но я хочу сказать вам сегодня, братья и сестры, обетование Божие все еще «да» и «аминь». Вы переправитесь на другой берег, будете головой, а не хвостом. Закончите свою историю. Последнее слово все еще за Богом. Лучшие главы вашей жизни все еще впереди. Скажите «аминь» во имя Иисуса. Давайте поговорим о вере, которую невозможно отрицать. Многие ждут, когда Бог придет. Он пришел 2000 лет назад. Удивительно и драматично. Он открыл нам свою волю. Мы не будем сидеть, позволяя пандемии определять наше будущее. Лука 18:1-8. Однажды Иисус учил апостолов тому, как продолжать молиться и не останавливаться, а также не терять надежду. Он поделился с ними примером. В одном городе был судья, толстокожий, безбожный человек, который не боялся мнения других. В этом же городе жила бедная вдова, которая постоянно обращалась к судье. «Будь справедлив со мной и защити меня от угнетателя». Он некоторое время игнорировал ее просьбу, но она продолжала просить. Что она делала? Продолжала просить. В итоге он сказал себе, «Эта вдова постоянно надоедает мне, требуя своих прав, чтобы церкви открыли». Это хороший момент для того, чтобы прославить Господа. Безопасно и ответственно. Я устал слушать ее. Думаю, именно поэтому президент больше не приглашает на встречи религиозных лидеров. Мы просим об одном и том же последние 15 месяцев. Позвольте нам открыть наши церкви безопасно и ответственно, потому что мы можем. Но мы будем стучать, пока это не случится. Хоть я и не религиозный человек, и мне нет дела до мнения других, я избавлюсь от нее, ответив на ее просьбу в справедливости. И приму решение в ее пользу. Какой-то брат, который смотрит нас по телевизору, сейчас сказал, «Это похоже на мою жену». И она оставит меня в покое. Просто отдайте ей кредитку. Иисус продолжил. Вы слышали, что сказал безбожный судья? Он ответит на ее постоянную просьбу. Вы слышали, что сказал безбожный судья? Он не проводит параллель между неправедным судьей и праведным Богом. О чем он говорит? Если неправедный судья отвечает на постоянный уровень веры, то тем более праведный судья, ваш Бог, дарует справедливость вам. Он говорит, «Разве вы не знаете, что Бог, истинный судья, дарует справедливость всем своим избранникам, которые взывают к Нему днем и ночью?» Молитва не должна быть для нас последним прибежищем. Мы должны жить с молитвой, постоянной молитвой. Когда говоришь с людьми, то они думают, что Бог все еще решает, какова Его воля о нас, о вашей жизни, о вашем будущем, об исходе вашей жизни. Если посмотреть на жизни скорби Иова, то мы увидим, что он буквально пережил ад на земле. В один день он потерял все. Иакова 5 глава говорит, «Вы знаете конец, который задумал Господь. Господь милостив, и после того, как Иов с терпением пережил все это, он получил полное Божие восстановление». Это было двойное восстановление за проблемы. Аминь. Бог благословил его. Люди думают, что Бог не хочет благословлять. Тогда чего хочет Бог? Люди думают, что рука Божия слишком коротка, чтобы ответить на наши молитвы. Люди думают, что события в мире должны влиять на исход нашей жизни. Многие критикуют тот факт, что у нас есть надежда. Но здесь мы видим вдову, у которой есть надежда. Когда вы теряете надежду, ваша вера не может работать. Надежда не может быть нейтральной. Надежда — это благосклонное ожидание позитивного исхода, лучшего будущего. Завтрашний день может быть лучше. Экономика ЮАР может стать лучше. У моих детей может быть будущее и надежда в ЮАР.
Бог говорит, что знает намерения о вас, во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Многие люди говорят разные вещи о Боге, и Богу нужно защищать себя. У Иеремии он говорит: «Я знаю свои намерения о вас». У Исаии: «Мой народ погибает». Из-за чего? Недостатка ведения. Многие люди не понимают послания веры. Они думают, что это неправильное послание. Давайте посмотрим, что говорит Иисус. Какая вера нужна вам, чтобы Бог начал двигаться в свое время, чтобы исполнять свою волю и свое слово в вашей жизни? У кого из вас есть мечта, которую Бог еще выполнит? Кто из вас верит в обетование? Кто из вас сталкивается с вызовом, который вам нужно преодолеть? Вы в нужном месте, вы рождены свыше. Если вы верите, что Бог за вас, тогда поднимитесь на ноги и прославьте Его во имя Иисуса. Библия называет Евангелие «Евангелием надежды». Некоторые проповедники так проповедуют Евангелие, что воруют надежду у людей. Нет, когда мы проповедуем Евангелие, оно кажется слишком хорошим, чтобы быть с правдой. Оно наполняет вас надеждой, чтобы встретиться с неизвестным, чтобы победить в битвах, поверив Бога. Здесь сказано: «Разве вы не знаете, что Бог, истинный судья, дарует справедливость всем своим избранникам, всем вам». Первое послание Петра: «Вы род избранный, который взывает к нему днем и ночью. Он изольет на них своего духа. Он не замедлит с ответом и даст вам то, о чем вы просите». Я не сомневаюсь в этом. Я африканский проповедник, но это сильные слова. Бог говорит: «Я дам вам то, о чем вы просите, если будете настойчивы и не будете двоедушны. Не будете вести переговоры о своей мечте, не будете слушать тех, кто говорит «нет», не будете сомневаться в том, кто я. А вы говорите: «Возможно, Бог испытывает меня». Нет, Бог испытывает вашу веру. Точнее, трудности испытывают вашу веру. А Бог готовит ваше избавление за кулисами. Я услышу аминь сегодня. Сказано: «Бог быстро явит справедливость тем, кто не сдается». Поэтому всегда молитесь, всегда ожидайте. Братья и сестры, наши ожидания — это приглашение для Бога. Но многие люди ничего не ожидают. Что будет, то будет. Доктрина людей так запутана в этом вопросе. Они думают, словно Бог все еще принимает решение о нас с вами. Когда Иисус висел на кресте, то сказал: «Совершилось». Все, это Новый Завет, лучший Завет, запечатанный кровью Иисуса Христа. То, что Адам потерял в Эдемском саду, Бог восстановил для нас с вами. Я говорю о духовной жизни, хождении с Богом, жизни в избытке, исцелении тела. Это часть вашего искупления. И даже если вы пойдете долиной ковида, вы верите, что Бог исцелит вас и избавит вас. Многие из вас ощущают симптомы ковида. Я провозглашаю Божье исцеление над вами. Бог убирает эту болезнь из вашего тела. Вы станете сильнее во имя Иисуса Христа. Скажите аминь. Он говорит, как та вдова: «Продолжайте молиться и ожидать». Эта женщина столкнулась с нечестивым судьей. Аллилуйя! Как хорошо, что ты вернулся. Я скучал по тебе. Судьей, который ни во что не ставит церковь, но эта вдова не собиралась сдаваться. И вот в чем ваша проблема. Многие из вас сдаются, бросают все. И вы делаете это прямо перед прорывом. Для многих из вас прорыв уже за углом. Но вы не можете увидеть его. Вы должны смотреть на Иисуса, молиться и верить, стучать в двери небес больше 3 раз, пока эти двери не откроются вам. Вера, которую невозможно отрицать. Эта женщина не собиралась отступать. Иногда люди мира более настойчивы относительно каких-то вопросов в мире. Если посмотреть на то, что происходит в мире, то вы увидите, что одна женщина убрала молитвы из школ в Америке. Все потому, что она была настойчивой. Она изменила христианское правительство. Иногда мы, христиане,
не хотим ничего делать. Учитывая то, сколько законов принимается сейчас, мы должны бодрствовать. Я устрою прямую трансляцию в соцсетях, чтобы христиане знали о том, что в парламенте есть много законов против Христа и христиан в целом. И все это хотят принять в ЮАР, пока мы боремся с ковидом. Очень хитро, очень. Нечестивый дух работает за кулисами. Церковь боится. Послушайте, что здесь сказано. Поэтому всегда молитесь, всегда ожидайте, как та вдова. И когда Сын Человеческий вернется назад, найдет ли Он такую неувядающую веру на земле? Если вы поговорите с обычным человеком, то у вас сложится мнение, что нужно принять обстоятельства. Иисус говорил о непростых обстоятельствах, но Он также обещает нам и победу над ними. Он говорит, что мы рождены от Бога, а рожденный от Бога побеждает мир. Мы не поддаемся обстоятельствам, негативу, давлению этого мира. Мы фокусируемся на Боге и приходим к престолу благодати, стуча снова и снова. Мы стоим щитом веры. Я знаю, что сегодня День Отца, и вы не хотите быть здесь, но вы здесь. Так что давайте прославим Господа. Эта вдова не была готова услышать «нет». Она не остановилась перед финишем. Она продолжала стучать. Именно так Иисус учит нас молиться. Она не говорила: «Но, наверное, в этом нет воли Божией для меня. Ну, наверное, Бог не хочет, чтобы это произошло. А давайте-ка прославим Его во имя Иисуса». Иоанна 10:10 говорит, что Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Люди критикуют нас, называя проповедниками процветания. Я скажу вам сразу, я проповедник не процветания, а цели. Я проповедую цель. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его. Я благословлю вас, и вы будете благословением во имя Иисуса. Я не видел, чтобы бедные помогали кому-то. Бог говорит: «Я благословлю вас, чтобы исполнили свое предназначение». Уничтожайте бедность, поднимайте бедных, создавайте рабочие места во имя Иисуса. Мы проповедуем не процветание, а предназначение. В этом вся разница. В Евангелии от Матфея 7 главе в расширенном переводе говорится о вере, которая не сдается. Там сказано: «Просите и продолжайте просить». Кто из вас помнит, как вы делали это в детстве? «Папа, ну ты сказал, что мы пойдем плавать». И вы спрашивали своего отца об этом вновь и вновь. Почему? Потому что у вас был завет, он ваш отец. Поэтому сказано: «Просите и продолжайте просить». Он не сказал: «Просите, а когда вы не получите то, о чем просили, начинайте сомневаться». Он сказал: «Просите, продолжайте просить, и получите, ищите, продолжайте искать». Это говорит нам об определенном времени. Через веру и терпение вы не можете ограничивать Бога временными рамками. Но когда вы признаете тот факт, что обетования Божии истины, вы стоите на своем, как та вдова, и стучите, пока вам не отворят. Сказано: «Ищите, продолжайте искать, и найдете. Стучите, продолжайте стучать, и двери откроются вам». Что мы делаем? Стучим раз, так, еще раз, пытаемся молиться, дергаем эту дверь за ручку. Но сказано, что мы должны продолжать делать это. О! Открылось. Послание к евреям, 4 главе 16 стихе, говорится о престоле благодати. Библия говорит, чтобы мы приходили смело. Не как черви, но как сыновья. Как сыновья живого Бога, у ребенка есть определенные привилегии. У ребенка есть права, у ребенка есть доступ.
«Бог, мой отец, он недалекий Бог». Ты говоришь людям, «Бог желает благословить вас», а люди отвечают, «Как ты можешь такое говорить? А почему я не могу? Есть либо благословение, либо проклятие. Бог либо хочет благословить вас, либо проклясть». Сказано, что вы стучите и продолжаете стучать. Кто-то может постучать три раза, и двери откроются. Другому придется стучать, стучать, но двери все равно будут закрыты. И что это не означает, что Бог занят чем-то? Бог готовит ваше избавление за дверями. Ангелы борются за вас. Бог содействует вашему спасению. Бог занят. Двери остаются закрыты. Но мы ходим верой, а не видением. Вот почему нас не должны тревожить закрытые двери. Нас должна волновать наша вера в Бога. Сказано, чтобы мы стучали, пока двери не откроются. Ищите, пока не найдете. Стучите. Сколько я должен стучать, пастор? Пока, как эта вдова. Продолжайте стучать пока. Будьте настойчивы пока. Молитесь пока. Примите решение не быть двоедушным. Иакова 1 глава говорит, что двоедушный человек нестабилен на своих путях. Да не думает такой человек получить что-то от Господа. Когда я взаимодействую с Богом, то делаю это на основании Его слова, не на обстоятельствах. Аминь. Потому что Его Слово вознесено выше имени Его. Его Слово — основание моей веры. Его Слово равноценно Его воле. В Библии нет стиха, в котором Бог сказал бы, «Следуй за мной, я прокляну тебя. Следуй за мной, я ограблю тебя. Следуй за мной, будешь бедным». Библия говорит, что нет никого, кто оставил бы дом, землю, богатство. То и это ради имени моего Евангелия, и не получил бы 100 крат в это время, несмотря на гонение и жизнь вечную. Мы не следуем за Богом, чтобы получить что-то, мы хотим служить Ему. Я имею в виду цели Царства. Мы отдали себя целям Христовым, а не жизни. Но когда мы следуем за целями Христа, то благословение Божие следует за нами, чтобы вы были благословением. Это не высшая математика, это Библия. Статистика говорит, что 47% молодых людей безработны. Но я не буду считать себя частью этой статистики. Я приду к Богу и скажу, «Боже, Ты создал меня, чтобы у меня была работа, будущее, надежда. Отче, я буду и дальше стучать, пока не получу нужную работу, нужную жену или нужного мужа во имя Иисуса. Я буду приходить к престолу благодати и буду стучать и стучать. Завтра утром я скажу, «Отче, я хочу напомнить, что верю в то, что ты дашь мне работу. Я знаю, что ты Иегова Ира, ты мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Отец, у меня нет работы, но я не полагаюсь на что-то материальное, а на твое слово. Ты сказал, что праведник не будет оставлен, и его потомство не будет просить хлеба. Отче, я знаю, что ты откроешь мне дверь. Боже, ты сказал, что я не должен переживать о завтрашнем дне. Я доверяю Тебе. Работа ждет меня. Бизнес идет ко мне. Прибыль идет ко мне. Благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни. На следующий день у вас также нет работы, но вы возвращаетесь к Богу и говорите, «Отче, вот он я. Ты Эл-Шадай, ты мой обеспечитель. Мой Бог восполнит все мои нужды благодаря Христу Иисусу. Отец, я поклоняюсь Тебе». Через 5 недель вы приходите снова и говорите, «Отче, я все еще здесь. Я не уйду. Я знаю, что ты готовишь мое избавление. Я ожидаю хороших новостей, прорыва, освобождения. Ты мой Бог и Отец. Я поклоняюсь тебе». Вы можете оказаться в яме. «Отче, я поклоняюсь тебе». Вы можете оказаться в котле. «Отче, я здесь». Вы можете оказаться в животе кита, но вы принимаете решение.
утешение принести жертву хвалы. Вы говорите: «Господи, Ты благ, и Твоя милость пребывает вовеки. Отче, я знаю, что Ты со мною. Я не уйду, пока эти двери не откроются. Я пройду через эти двери к восстановлению во имя Иисуса Христа. Я увижу Твою благость и милость». Тогда всем критикам придется замолчать, потому что они увидят благость Господа в земле живых. Воскликните «Аминь» и прославьте нашего Господа во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Я говорил вам много раз, что самый важный образ — это образ Бога. Но люди начинают спорить с богословием. Они пытаются убрать Бога из уравнения, потому что они не знают, каков Бог. Если ваше представление о Боге неясное, ваше богословие будет искаженным. В Новом Завете Бог предстает в виде Отца. Бог — Отец. Отец. День Отца. Наш Отец. Интересно, какой Он Отец? Вы должны знать, хороший Он или плохой, Он добрый или злой. Он благословляет вас в один день, а на следующий прибивает к земле, так что ли? Библия говорит у Иакова, что все добрые и совершенные дары приходят от Отца Света, в котором нет и тени перемены. Бог не может меняться. Бог благ. Когда богатый молодой человек пришел и сказал: «Учитель благой, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус ответил: «Почему называешь меня благим? Нет никого благого, кроме Бога». Библия говорит, что его дождь спадает на праведных и неправедных. Бог благ, и Библия говорит, что Господь благ ко всем. Мы говорим о Божьей природе, Его благости, а не суде. Вот в чем проблема людей. У них неверное представление о Боге. Иисус пришел, чтобы явить Бога во плоти. «Кто видел Меня, видел Отца». К Нему можно подойти. Он кормит, исцеляет, освобождает, спасает. Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силой, чтобы Он ходил, творя что? Добро, исцеляя угнетаемых дьяволом. Иисус — это Эммануил, Бог с нами. Люди начинают спорить, потому что у них нет представления о Боге. А пока у вас нет правильного представления о Боге, которое дает Библия, ваша вера не будет работать. Вы не знаете, что ждет вас на другой стороне. Злой Бог, похожий на вашего земного отца? Или Бог, который слишком занят? Или Бог, который злится на вас? Вы не понимаете Евангелия. 2000 лет назад Иисус заплатил цену, которую должны были заплатить мы. И теперь мы живем в излиянии благодати, незаслуженной благосклонности Бога. Вы не можете сделать что-то, чтобы Бог перестал вас любить. И Бог не осуждает вас, потому что Иисус взял суд на Себя. Если вы думаете, что Бог судит людей, вы не уважаете Его жертву. Время суда придет, но мы не живем во время суда. Благодать и истина пришли с Иисусом. Закон пришел с Моисеем. Закон был судом, а благодать и истина пришли в откровении Иисуса Христа. Иисус принес новое излияние. И теперь Бог поступает с вами по милости. Он относится к вам лучше, чем вы того заслуживаете. Мы видим это в Библии. Мы Божьи дети. Мы проходим через пандемию. Люди потеряли работу, здоровье. Они паникуют и спрашивают, где Бог? Он там же, где всегда. Он там, где был последние 2000 лет. Каков Божий план на мое будущее? Такой, который Он открыл 2000 лет назад на Голгофе, когда отдал Своего Сына на смерть. Его Сын умер за вас и меня, дав откровение о Новом Завете, который Бог заключил с нами. Это завет благости и милости. Он не принимает вас на основании ваших дел.
Итак, вера, которая не устает или не сдается. Мы говорим об отношениях. Когда вы приходите к Богу и говорите «Отче», вы привлекаете Его внимание. «Отче, я прихожу к Тебе во имя Иисуса». Люди говорят, Бог не такой, а вот такой. Покажите мне место Писания. Не цитируйте Ветхий Завет. Единственная задержка — это духовная задержка. А вот почему Библия говорит, чтобы мы стояли на Слове Божьем. Нам нужен щит веры, меч Духа, Слово Божие. Я говорил об этом ранее, но вы должны основываться на Слове Божьем, приходя к престолу благодати, и вы не должны быть двоедушны о воле Божьей. Вера может действовать лишь там, где есть ясное Слово Божие. Вера может действовать лишь там, где открыто Слово Божие. Там, где воля Божия не ясна, будет двоедушие. А там, где есть двоедушие, вера не может действовать. Вы должны знать, какова она, воля Божья. Какова Его воля? Она в Его Слове. А как Слово описывает Бога? Это логос и рема. Оно описывает Бога как Отца. Это говорит о многом. Отец. Это означает, что к Богу можно подойти, что Бог любит, милостивый, прощающий. Мы видим это на примере блудного сына, который вернулся к отцу. Отец ждал его. Отец не послал слугу. Отец не взял палку и не побил его. Отец восстановил его сразу же. Так как у многих из нас не было отцов, мы не можем увидеть Бога как любовь. Любовь не имеет злых мыслей в отношении вас. Ну а мне пора заканчивать, так что давайте вернемся к Евангелию от Матфея, 7 главе, 8 стиху. Там сказано, потому что каждый, кто продолжает просить, получает, и кто продолжает искать, находит, а тому, кто продолжает стучать, открывают. Кто из вас, если сын попросит хлеба, вместо этого даст ему камень? Или если он попросит рыбы, вместо этого даст ему змею? Если вы, будучи злы, греховны по природе, знаете, как давать хорошие и полезные дары своим детям, то тем более ваш Отец Небесный, совершенный, даст добрый и полезный дар тем, кто продолжает просить у Него. Вот в чем вызов. На самом деле, вершина надменности — это когда люди говорят о Боге, думая, что они сами позаботятся о своих детях лучше Него. Это обман. Подойдите к любому земному отцу и скажите, «Ты сломаешь руку своему сыну, чтобы преподать ему урок? Или ты дашь ему рак, чтобы преподать ему урок? Или ты уничтожишь его бизнес?» Ни один отец в здравом уме не сделает ничего такого, что навредит его крови и плоти. Ни один отец. Я услышу аминь на это. Библия говорит, что вы злы, но тем более ваш Отец Небесный. А что же вы делаете? Вы сравниваете себя с Богом. Вот что делает религия. Религия заменяет Бога. Религия говорит, «Я сделаю лучше то, что делает Бог». Здесь сказано, что вы, будучи злыми, умеете давать добрые дары своим детям. Мы читаем о детском насилии, о том, какие ужасные вещи делают некоторые люди с детьми. Это вызывает у нас ярость. Мы хотим разобраться с таким безответственным родителем, ведь так? Но... люди начинают приписывать подобные вещи Богу, который есть любовь. Они называют его причиной этой пандемии, причиной зла, словно Бог шизофреник. В один день он такой, а в другой он такой. Словно нельзя понять, чего ожидать от Бога. Кто сказал нам это? Кто это сказал? Когда мы говорим о вере, которая долготерпит, мы начали с женщины, которая пришла к неправедному судье. Он не боялся людей, не учитывал мнение других. Он похож на наших чиновников. Но она приняла решение, я добьюсь справедливости.
Наши церкви в ЮАР откроются во славу Божью. Мы будем стучать, пока церкви не откроются, пока христиане не решат, что COVID не должен управлять с нами во имя Иисуса. Мы будем бороться с ним лекарствами и верой. Мы пройдем через это и вернемся к жизни. Я услышу аминь на это. Прославьте его во имя Иисуса. Но мы не можем убрать Бога из уравнения. Люди скорее обратятся к менеджеру банка, чем к Богу. Так ответьте мне на вопрос, кто для вас Бог? Люди любят разводить риторику, строить теорию, выкладывать на Facebook вещи, которые показывают... что у них нет откровения о том, каков же Бог на самом деле. Вы не найдете Бога без Иисуса, потому что Иисус — это и есть образ нашего Бога Отца. Когда Иисус сделал кого-то больным, скажите, был такое? Когда Иисус говорил кому-то, кто страдал, «А это Бог преподает тебе уроки». Если ваш ребенок проснется утром, и он болен, то кто из вас, родителей, готов занять место своего ребенка? Или если ваш ребенок проходит через что-то ужасное, вы готовы пройти это вместо него? Я прав? Каждый из нас готов, и вы хотите сказать, что Бог ниже вашего уровня, что Богу нет дела до вас, что Он не работает, что Он не отвечает на наши молитвы, что сейчас Бог не за нас, вы так считаете? Я считаю, что если мы увидим Отца, то мы увидим, как Его сердцем плачет над этим миром. Отец ожидает, когда люди доверятся Ему. В этом кризисе я считаю, что Отец ждет, чтобы Его Церковь подошла к Нему со смелостью и сказала, «Отче, Ты Бог благой. Я верю, что Ты способен проложить путь там, где пути нет. Отче, я доверяю Тебе во имя Иисуса». Ты держишь мое будущее в своей руке. Я не знаю, каким будет будущее, но Ты знаешь будущее. Мне уже нужно заканчивать, но я хочу сказать, каждый родитель обеспечил бы работой своего ребенка, если бы это было в его силах. Я прав или нет? Давайте проведем параллель. У каждого из вас есть мечта для вашего ребенка. Я прав или нет? Вы мечтаете, чтобы ваш ребенок болел? Конечно же, не мечтаете. Так как вы можете думать о том, что у Бога есть подобные мысли о каком-то человеке? Это позор. Это неверное представление о сущности Бога в церкви. Бог любит вас. Он желает иметь отношения с вами. Возможно, вы никогда не отдавали свою жизнь Иисусу, но, может... Вы хотите сделать это сегодня, глядя в телевизор? Вернитесь к нему сегодня, на День Отца. Положите руку на сердце и повторите эту молитву со мной. Скажите, «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Я принимаю Тебя как своего Отца, Бога, Спасителя. Спасибо, Иисус, что умер за мои грехи. Я верю, что Ты жив. Сегодня я отдаю Тебе все во имя Иисуса. Аминь. Бог любит вас. Не сомневайтесь в любви Божией к вам. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что были с нами сегодня.